Приветствую вас, дорогие зрители. После просмотра видео обязательно оцените качество новостей лайком. А мы начинаем. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с COVID-19 в Центральную клиническую больницу, не узнает окружающих. Об этом со ссылкой на источники пишет ura.ru в своем телеграм-канале. По информации издания, политик перестал узнавать соратников, близких родственников и врачей. При этом его состояние остается тяжелым, и врачи не дают никаких прогнозов по поводу дальнейшего развития событий. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.